أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته дорогие братья и сестры. Продолжаем наше обсуждение, посвященное вопросам идеологии. На прошлом занятии мы закончили обсуждать вопросы атрибутов Бога. И закончили атрибуты самости, атрибуты действия и, наконец, атрибуты отрицаемые, атрибуты недостатка. С сегодняшнего занятия мы начнем новую тему. Тему, посвященную вопросу предопределения, так как этот вопрос является еще одним важным моментом, важным вопросом в системе исламских убеждений, в системе исламской идеологии. Итак, что из себя представляет предопределение? Вопрос предопределения. Прежде всего, нам необходимо разобрать значение слов, которые используются для того, чтобы доносить этот смысл в арабском языке. Потому что именно через арабский язык распространилось откровение, последнее божественное откровение, священный Коран и сунна его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям, которые имеют очень важное и ключевое центральное значение в исламских убеждениях, в исламском учении. Итак, на арабском языке говорят «када» и «кадар». Что из себя представляет это словосочетание? Эти слова, что они из себя представляют, что они доносят? Что такое, в первую очередь, «кадар»? «Кадар» — это планирование, если говорить самым, что ни на есть, простым языком. Это планирование. Это слово означает определение пределов. Пределов количества, качества, определение времени, места, определение всех остальных деталей бытия. То есть это планирование. Это инженерия бытия. То есть под этим словом мы подразумеваем, что именно в руках Бога находится ход развития, ход событий во всем бытии, во всем существовании, во всем тварном мире. То есть все, что происходит вокруг нас в мире, в том числе в человеческом обществе, в том числе в человеческой истории, все, что происходит, происходит по плану Бога. Все, что происходит, является его планом, определением, определенным им мерой. Он определяет меры всего, определяет меры бытия, начало бытия, окончание бытия, начало смерти, начало жизни, окончание жизни и так далее. Все количество, качество всего, размер, время, место – все это определяется Богом. И, конечно же, что намного более важнее, результат, та цель, которой движется бытие, и в первую очередь, конечно же, речь идет о человеческой истории, то, к чему движется человеческая история, в малейших деталях запланировано именно Богом. Бог планирует. Какие события, в какой мере, где, когда, для чего, с какой целью, все это планируется и определяется Богом. Бог определяет это все. То есть, это своего рода инженерия, это своего рода планирование. Планирование, касающееся всего бытия без исключения. Это значение слова «кадар». Что из себя представляет «када»? Это слово означает, что то, что запланировано Богом, то, что запланировал Бог, то, что Он преследует,
тот план, который был составлен Богом, те цели, которые преследуются Богом, в том числе цели существования Бога, цели существования человеческой истории, что «когда» означает, что все это непредотвратимо. Это произойдет непременно и не может не произойти. Итак, это значение слова «када» и «кадар», которое мы обычно переводим как «предопределение». Конечно, слово «предопределение» не совсем точно и не совсем так, как необходимо, доносит смысл этого словосочетания. Итак, таким образом, это является одним из исламских убеждений, одним из тех убеждений, которые исповедуются откровением, священным Кораном и сунной его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям. Что это за идеология? Идеология, заключающаяся в том, что Бог является единственным инженером бытия, Бог является единственным инженером, в том числе человеческой истории. Только Он планирует, как все будет происходить. И вся эта история, история бытия, история человечества – это один, единый, неделимый, слаженный процесс, который нам может показаться чем-то разобщенным, чем-то хаотичным. Мы можем думать, что это нечто хаотичное. Но каждый самый малейший процесс, который происходит в бытии, во Вселенной, на Земле, в человеческом обществе, в человеческой истории, все это является частью божественного плана. Частью божественного плана. И этот план непредотвратим. Невозможно избежать этого плана. Таким образом, все это является чем-то единым целым. Для Бога нету чего-то близкого, чего-то далекого. Для Бога все это едино. Для Бога все это является одним единым процессом, одним единым движением, которое имеет определенную, одну определенную цель. Например, Всевышний в Священном Коране говорит: «Иннахум яраунаху баида, ванараху кариба». Воистину, они видят это событие. Здесь имеются разногласия, под какое событие имеется в виду, но распространенное толкование гласит, что речь идет о судном дне. Всевышний в этом аяте, в этом священном аяте говорит, что они, то есть люди, видят это событие чем-то далеким. Им кажется, что это что-то далекое, но мы видим, мы знаем, что это нечто близкое, которое происходит практически сегодня уже. Почему? Потому что весь процесс бытия, все движение бытия, весь человеческий процесс, исторический процесс, процесс, который происходит в человеческом обществе, это единый процесс для Бога, запланированный им из вечности. Итак, это есть значение слова «када» и «кадар». Планирование и неотвратимость исполнения, воплощения в жизнь этого плана. Но из аятов Священного Корана, из Откровения мы можем обнаружить, что имеется два вида – «када» и «кадар». То есть и того, и другого, и планирование, и неотвратимости исполнения, неотвратимости воплощения в жизнь. Первый вид заключается в том, что Бог знает. Бог знает о том, что произойдет. Бог знает о том, что должно произойти. И также знает о том, что это произойдет непременно. То есть в знании Бога не исключено ни одно событие, которое происходит. Он знает обо всем, даже о тех малейших и, казалось бы, незначительных процессах, на которые мы можем даже не обратить внимания. Например, процессы, которые происходят в молекуле или в атоме. Каждый, любой, даже малейший процесс. Обо всем этом
Всевышний знает. И обратившись к священному Корану, к Откровению, мы обнаружим аяты, которые гласят об этом. Например, в одном из аятов священного Корана сказано следующее. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا. Ни одна душа не умирает, кроме как предопределению Бога. И здесь сказано «китабан», то есть это записано заранее, из извечности записано то, когда умрет тот или иной человек, та или иная душа, как здесь сказано. То есть слово «китабан» – записано, записка свидетельствует о том, что речь идет о знании, что Бог знает об этом. И знает, что это произойдет непременно. И то, и другое известно Богу. Или же в другом аяте Священного Корана сказано следующее. وَمَا أَسَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ لَاللَّهِ يَسِيرٌ. Нет ни одного несчастья, которое постигает, которое происходит на земле или в вас самих, кроме как это событие записано до того, как это событие происходит по нашему велению, то есть по велению Бога. То есть любое событие, абсолютно, любое несчастье в том числе, в данном аяте внимание сконцентрировано именно на каких-то несчастьях, каких-то катастрофах, которые происходят на земле или с самим человеком. Все это записано заранее, обо всем этом известно заранее. И известно также, что оно непременно произойдет до того, как оно происходит по воле Бога, до того, как воплощается Богом в жизнь. В этих аятах говорится о научном када ва кадар, то есть планировании и неотвратимости. То есть Бог знает, что, как, где, когда, в какой мере, в каких пределах произойдет, что изменится, кто появится, кто исчезнет и так далее, и также знает, что это неотвратимо. Это один из видов «када ва кадар». Но имеется и второй вид, которого мы, к сожалению, сегодня уже не успеем коснуться, так как наше время подошло к концу, и эту тему продолжим на следующем занятии. А я прощаюсь с вами. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.